Усплеск назирается апошнія два тыдні. Любую хваробу прасцей папярэдзіць, чым лячыць. Таму жыхарам в области варта памятаць аб мерах профілактыкі. Основная мера профилактики – это вакцинация. На сегодняшний день Министерством здравоохранения вакцинация населения против гриппа продлена. То есть можно еще в настоящий момент прийти и привиться. В территориальных поликлиниках вакцина для этого есть. Откладывать далеко не нужно, потому что мы ожидаем к концу января подъем сезонный. И для выработки иммунитета нужно время. То есть нужно где-то около двух недель, минимальное количество для того, чтобы сделать прививку, и в организме у человека выработался иммунитет. Громадянам не варто забывать об ношении масок у громадских местах, проветривании помешканий, а так само частей мыть руки с мылом або опрацовывать их антисептиком.